Ага, да твою... А! Я, в принципе, направлялся в комнату, знаешь, я бы и сам мог дойти, не обязательно меня по башке лупить каждый раз. Всем страшно вкусного компотика, с вами енот, и мы с вами играем все в тапс, да в тапс. Енот решил попугать свои короткие лапки, короткие ушки, короткие лапки, ну, в общем, вы поняли, да, к чему я клоню. У нас здесь Гренни, часть вторая. И я решил взять от этой игры буквально все. Я поставил, ну, этот режим более темный. Да, самый темный режим, который только есть. Я без понятия, я в эту игру до этого не играл, поэтому я не знаю, что здесь и где. Аккуратно. Чё такое? Мне кажется, ли там что-то в воде есть? Ну ладно, это не важно. Так, здесь что, лодка? Мне, видимо... Видимо, мне нужно на лодке отсюда смотаться, верно? Ага, мне нужен, значит, понятно, я не могу. А, мне нужен этот какой-то плаг, фиг его знает, что-то такое. Бензин. В общем, мне нужно все для лодки. Я так понимаю, что с помощью лодки. А, еще тут ворота. Но с помощью лодки я смогу отсюда выбраться. Ну хорошо. Господи! Здрасте, хорошо, у нас начался первый день. А, подожди, я думал, здесь бабка. А, здесь же бабка и детка, точно. Здесь же их двое сразу, ё-моё, вот это да, вот этот дедуля решил подвал проверить, прекрасно, замечательно. Хорошее начало, просто удивительное, по-другому-то и назвать. Ладно, нас немножко огрели ломом по голове, против лома нет приёмы, теперь мы хромаем. Да, мы хромаем теперь немного, ну, дедуля, знаешь, я ведь, я тоже здесь могу найти, о, это что такое? Door lock, запор для двери, да, то есть это... Это его ставишь рядом с дверью. Ой, я надеюсь, никто не услышал, что я тут бросил. Это будет страшно. Тут что? Ууу, какой... Господи, по-моему, кто-то идет. Ё-моё. Они где-то рядом. Видимо, они услышали, как я бросил эту штуку. В общем, тут ничего нельзя бросать. Тут надо подбирать. Если ты что-то бросил, то тебя придут и прибьют. Ладно, я надеюсь, что они ушли. Ну, вроде кого, ладно, пошли. Я вот здесь еще не был, да? Да, вот здесь не был. А, вот, о, тихо-тихо-тихо. Вот и вы два, да, два сагапапа, сапагапара. Блин, вот это да. Вот это да, даже ничего сказать толком. Тихо-тихо, кто мне, кто-то заметил? Да нет, вроде никто не заметил. Господи, что за звуки такие? О, господи, это что за... Что за ересь-то там такая ползает, боже мой, здесь что такое? Как будто мне своего маленького подвала мало. Так, здесь, что у нас? Здесь. А, это, видимо, от ворот. Вот эти ворота, которые в там внизу. Мне, а, ну понятно, мне нужен гаечный ключ. Гаечный ключ, чтобы это отмотать. Хорошо, хорошо, это мы сделаем. О! Не-не-не, да иди ты, парень, давай. Давай, беги. Нет, бабуля, не надо, бабуля, уйди отсюда. Бабуля, слушай, иди, ты не сможешь тут пригнуться. И ты ж не я. Ты ж не я, и хата не моя. Иди отсюда, да. Отлично, спрятаться. Я думал, что у нас и второй день быстро закончится. Не, нормально. Так, все, бабуль. Ты покинула нас, бабуль. Ну, спасибо. Спасибо, надо аккуратнее, короче, ходить. Так, не за... А, вон она. Туда пошла. Все, тогда я иду в другую сторону. Тут у нас что? Оу, какая водичка, прям как у нас. Так, что здесь? О! О, канистра, смотри! Да, в таком непомытом месте меня даже не заметит, я думаю. Я не знаю, где она ходит, но давайте, вроде как здесь ее нет. Открываем дверь, прячемся за дверь. Смотрим в дверь. Вроде никого нет. Так, нам нужно это отнести. Нам ну... Тихо. Мне показалось, у меня уже глюки нас... Так, дедуля! Дедуля опять идет проверять свой любимый подвал. Ну, конечно же, как же. Как же без подвала-то, ну? Твою мать. Так, давай. Беги, парень. Давай, ковыляй своими ножками кривыми. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Так, сейчас все побегут к пианино. А я побегу. А я... О, нет, все не побежали к пианино. Все побежали в подвал. Какого лешего? Так, давай. Закрывай. Бросай под кровать. Все. Я у себя в комнате, храню бензинчик. Знаете, это, мне кажется, норма. Так, бабуля, дедуля, я под кроватью, я у себя в комнате, вы не должны меня наказывать.
Все хорошо, как бы, поэтому не нужно, ладно? Нам надо в подвал, ребят. А, ты твою. Мув, ремув. Давай, детенок. Давай. Надеюсь, за мной никто не бежит. Я, оказывается, в капкане был. Ну, с ума сойти. Так, тихо. Все, сели. Сели, отдохнули, посидели у ящичков. Посмотрели на что-то там шевелящееся в воде, хотя... Не-не, ты меня не видишь, не надо. Не надо, я за ящиками, в которых меня невозможно увидеть, понятно? Тебе ясно это, бабуль? Вот сюда еще нужно куда-то... Я вообще ключей еще не находил, вот только газ нашел, бензин, и все. До ключей я еще не дошел. Абсолютно. Че, ушла? Ушла, нет? Спасибо тебе, бабуля, ушла. Прекрасно. Так, давай, заливаем бензинчик. Давай, прыгай. Заливаем бензинчика побольше. Вот. Давай еще. В смысле? Ай! Дедуля, ну почему ты так любишь этот подвал? Ну, дедуля, ё-моё. Мне интересно, я успел залить бензин? Я ведь там до зеленой, по-моему, да, залил? Но мне кажется, этого должно хватить. Хотя бы хватить, чтобы выехать из этой канализации. По-любому мне должно этого хватить. Так, я ковыляю еще больше. Еще больше меня штырит. Ну, просто замечательно. Просто изумить. Это что такое? А, мне нужно колесо. Ну, понятно, с помощью которой можно было бы прокрутить это. Тут ничего нет. Слушайте. Так, давайте спустимся сразу. Давай спустимся сразу в подвальчик. Посмотрим, у нас вообще, как бы, ну... Ага, отлично, просто доделать дело, давай. Доделывай дело, вот. Отлично, все. Кто-то здесь шипит. Вот так вот делать. Давай, я не хочу, чтобы так быстро заканчивался третий день. Не надо паники, мы бежим. О, смотри, что-то есть. Что-то где-то есть. О, хэндвилл. Я знаю, где, куда это. Так, давай. А, здесь что? Ничего. О, да почему ты за мной все еще бежишь? Я думал, вы не такие умные. Давай. Под кровать. Все. Я надеюсь, она меня не заметила. Я очень надеюсь, она меня не заметила. Так, это, видимо, их спальня. Их обитель. Я вам сейчас подушки-то взобью. Так подушки взобью, что вы спать на них не сможете больше никогда. Хотя, видимо, вы и не спите вообще. Все, давай, глазки. Глазки-бусинки, уходите. Как у кошки глаза... Посмотри, как у кошки глаза реально светятся. Давай, все, иди отсюда. Наконец-то. Над душой. Где-то музыка постоянно играет время от времени. Я не знаю, почему. И кто врубает эту музыку. И насколько это нам... О, это что такое? Это что? Воу! О! Неплохо! Мне надо это колесо, получается, в подвал, да, отнести? Hand wheel. И что-то там сделать с ним. В подвальчик. А я сейчас где? Я сейчас в ванной, да? А в ванной у нас где? А кто бы его знал, где эта ванная? А, вот, все, я понял, где. Хорошо. Осознал. Тут ничего. Так, интересно, в шкафах можно прятаться? Я же не в курсе. Давай. Давай, мой дорогой, сейчас дойдем. Так, крутим. Не знаю, что это нам дало. Вообще без понятия. Ого, да твою... Я, в принципе, направлялся в комнату, знаешь. Я бы и сам мог дойти, не обязательно меня по башке лупить. Каждый раз. Я могу и сам прийти, лечь, поспать. Так, день четвертый. День четвертый начинается с замечательных вещей, конечно же. О, у меня уже, смотри, уже все в крови. Ну, капец. Ну, капец. Так, что мне дало это колесо? Я его повернул. Где-то что-то вроде бы как открыл... О, да, дело плохо. Где-то что-то вроде бы как открылось. Но я не знаю, что на самом деле. Давайте проверим подвал. Может, в подвале открылась эта решетка? Может, это для этого нужно было? Но мне кажется, что нет. Нет, решетка не открылась. То есть, как бы непонятно. Я вроде бы как повернул это колесо. Но что произошло, неизвестно. Зачем-то это было нужно. Зачем, я не знаю. Я не понял. Я не осознал.
больше его крутить не надо. Ну, колесо как бы должно было что-то открыть. Понимаете, колесо должно было открыть что-то в этой комнате. Ну, логично же. Но нет, это не так. В этой комнате все точно так же, как и всегда. Здесь мне нужен лом. А лом можно у дедули забрать, слушайте. Лом можно забрать у дедули. И все будет хорошо, будет дули-дули. А, я так понял, что наверху больше всяких ништячков. Я вот здесь еще что-то вижу. Мясо какое-то. Нафига мне мясо, я не знаю. Может быть мясо, слушай, может мясо нужно отнести в подвал вот этому чему-то там в воде, потому что мне кажется, что в воде что-то есть. Не, ничего. Я думал, там что-то есть, а видимо ничего нет. Я не знаю, зачем нам нужно было мясо в этом случае. Нет, посмотри, нет. Ничего подобного вообще. Там бабуля? Или мне показалось? Не, мне показалось. Так, тогда я не знаю, зачем мне мясо. Ну, я его здесь складирую. Пусть здесь лежит. Пусть здесь лежит на... Бабка. Бабка, 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 бабка. Тихо, 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 тихо. Бабка, зараза. Увидела меня. Увидела, заметила, поняла. И пришибла. Ну, конечно, ну что, одной шишкой больше, одной меньше. Какая разница? Я не понимаю разницы. Так, детёнок, у тебя последний шанс. Последний шанс, последний день. Что-то сделать. Хотя мы еще ничего не... Мы только лодку заправили, и все. А я так понимаю, там у лодки, насколько я видел, отсутствует руль. Все отсутствует. Буквально. Ну, больше крови не стало, это хотя бы радует. Хотя у нашего пацана уже, ну... Все плохо. Совсем плохо. А куда... Как еще? Чем... Что мы сделали, повернув это колесо? Я не совсем понял, что мы сделали. О, смотри, тут что есть. Закрой дверь. Ну-ка. О! Это отвертка! Ну, в смысле, не отвертка. Твою мать, пацан! Что ты наделал? Зачем? А, нам нужно... Блин, где это? Где это? Где... А, бабуля, бабуля! Не надо, бабуля! Не надо, бабуля! Я только... Вот, сюда! Нет, не сюда! Не сюда, вообще не сюда! Да, блин, куда же? Я забыл! Я забыл, где находится эта штука! Где находится этот... Вот здесь, может быть? Да! Здесь. Так, давай. Все, хорошо. Хорошо, прекрасно. Вот это мы сейчас отвертим. Отвертим, да. Отвертили, прекрасно. Вот это мы по-любому открыли ворота. Ворота там внизу. Ворота там внизу открыли. Это хорошо. Я не знаю, нам нужно это еще будет? Наверное, нет. Давай ставим здесь на всякий случай. Я не уверен, что я пройду игру. Да нет, да какой тут пройду, господи, у меня последний день остался. Я весь хромаю, я весь в крови, я уже весь в синяках. Чё я там? Давайте просто будем пытаться что-нибудь. Это что такое? Это книги? Прикольно. Блин, ты чё так шумишь-то? Так, ладно, давай, пролезай. Отлично. Смотри-ка. Колесо, точнее, руль, дробач, это, двустволка, мне что нужно, weapon key, блин, а где weapon key, нет weapon key, ладно, зато есть колесо, так, где-то тут бегает бабка, ладно, это неплохо, на самом деле, мы хоть что-то подобрали, здесь нету, нет, все, побежали, побежал, пацан, ни на что не смотри, не... О, бабка! Да ё-моё, бабуля, ну чё ж ты так? Постоянно мне под ногами шаришься. Давай сюда. Деду я пока не видел. Меня на это напрягает, я деду не видел до сих пор. Дед может быть, как обычно, в подвале, он же любит тут шастать. Ой, мне показалось, это бабка. Да нет, у меня нету, все нормально. Так, хоть бы деда здесь не было, Нету деда, хорошо. Давайте посидим немножко, отдохнем. Так, ладно, вроде как никого, давай. Ставь руль, парень. А, отлично, есть руль. Но что еще нам надо? Ну нам нужен ключ. И нам нужна вот эта какая-то, я не знаю, спарк, плак, ну, в общем, какая-то свеча зажигания, может быть, кто его знает. В общем, что-то. Что-то нам нужно еще для лодки. Ладно, пойдем наверх, значит, нам что еще нужно? Нам увидели. Пойдем наверх, вообще наверх. Может быть, мы здесь найдем ключ. Ничего. Где-то что-то тут, мясо, да нафига мне это мясо, кем я буду кормить мясо, на что мне это мясо, давай открывай, все, ничего нету, так, здесь тоже ничего, здесь ничего абсолютно, так, пойдем дальше,
Так. Да ничего ты меня не видел, не надо. Ты меня не видел. Я тебя не видел. Зараза, он меня все же видел. Да еще и сквозь стену каким-то образом. Так, видимо, это конец, да? О, нас. Я понял. Сейчас мы узнаем, что было в этом озере. Да, да. Вот в этом озере что-то страшное, насколько я понимаю. Бабуль, не надо. Бабуль, я помою посуду. Купи посуду, пожалуйста. Я даже... Эй, не стучи. Ну прекрасно. Ну, замечательно. Гейм овер, ну, конечно. Ну, конечно же. Ну, а на этом все. Страшилки закончились. Самого вам страшно вкусного компотика. До новых встреч и пока-пока.